Электропоезд назначен компанией «Краспригород» для жителей поселков Лужба, Теба и других населенных пунктов в труднодоступных горных районах Кемеровской области. Дополнительная электричка будет курсировать в понедельник, среду и субботу. Отправление со станции Лужба в 8:45, прибытие в Междуреченск в 10:45. В обратную сторону отправление со станции Междуреченск в 14:30, прибытие в Лужбу в 16:13. Потребность у жителей Тебы в том, чтобы был дополнительный запущен электропоезд. Железнодорожники об этом, конечно, знали и обращались в региональные власти с просьбой увеличить региональный заказ. Обращение было услышано и появился новый маршрут электропоезда в направлении Лужба-Междуреченска. Его расписание согласовано с руководством Междуреченского территориального округа с учетом потребностей жителей.